Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте посмотрим, как выглядит кассета фильтров TRPR после месяца использования в семье с детьми и, конечно же, животными. Открываем крышку. Как вы видите, все очень плохо. Много грязи. Особенно заметна шерсть от животных, пыль. И всем этим мы могли бы дышать, если бы не этот замечательный продукт. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть, когда мы его почистим. Используя просто пылесос, мы привели TRPR в нужный вид. Теперь можно дышать дальше. Замечательный продукт. Я рекомендую всем. Всего доброго.